информации Управления труда и социальной защиты населения администрации города Красный Луч, в Луганске успешно функционирует Центр комплексной реабилитации инвалидов. Основной целью деятельности центра является проведение комплекса реабилитационных мероприятий, направленных на подготовку к профессиональной деятельности, восстановление трудоспособности и получение профессии инвалидами первой-третьей группы, улучшение их физического и психологического состояния. Профилактические лечебные процедуры в центре проводятся на современном многофункциональном оборудовании. Образовательная программа представляет собой курс теоретических и практических занятий под руководством опытных мастеров производственного обучения в технически оборудованных аудиториях. Каждому иногороднему студенту или пациенту предоставляется возможность проживания в комфортабельном номере общежития, горячее питание, услуги прачечной. В центре проводится профессиональная подготовка и обучение по таким направлениям: оператор компьютерного набора, оператор компьютерной верстки, портной, мастер маникюра, парикмахер, столяр-строительный, цветовод-флорист. Все услуги, которые оказывает центр, являются государственными и осуществляются на безоплатной основе. Центр находится по адресу: город Луганск, улица Победоносная, 15. Телефоны для справок: 0642-33-05-25, 33-05-29, 33-05-19. Адрес электронной почты: social@ltk.lg.ua. За дополнительной информацией обращаться в УТСЗН по адресу: улица Карла Маркса, 21, кабинет 8-11, или по телефону 202-00.